Обсерватория Джантар-Мантар. Это целый комплекс уникальных астрономических сооружений, созданных по приказу Махараджи Салай Джая Синга в Джайпуре в 1727-1734 годах. Дословно название обсерватории можно перевести как «инструмент вычисления». Всего было построено 5 таких обсерваторий в разных городах Индии, но именно джайпурская Джантар-Мантар является крупнейшей из всех. Ну, к тому же она сохранилась лучше остальных. Комплекс состоит из 14 построек приборов гигантских размеров. Здесь находятся самые большие солнечные часы в мире, 27 метров в диаметре. При этом они в рабочем состоянии показывают точное время. Мы сами в этом убедились. На сегодняшний день обсерваторию до сих пор используют местные астрономы для прогноза погоды. И еще это место часто посещают люди, желающие овладеть ведической астрологией, так как Джантар-Мантар является одним из немногих выживших ведических сооружений. А тут вклеивает. Этот вклеивает. А им не надо. А вы видели машинку, которая стрижет? Стрижет, да. А вы спрашиваете электричество? Километра отсюда. Джайпур Вели? Да. Джайпур Вели, да. Макрана Накодисия в Раджастане рядом с Джайпуром. Первого качества этого мрамора, этот мрамор очень крепкий. А второе качество, он не выпивает чай, кола, кафе, если я наливаю кола на мрамору, мрамор не впитывает. Весь пороский этот мрамор. А вот эти наши инструменты. Вот это зубила, у нас есть ручная мельница, а вот этот клей. Это тот же клей, который использовали в Тадж-Мале. Этот клей называется секрет клей. Только наши мастеры знают, как они сделают этот клей. Они не говорят никто, они только говорят своих сыновья, для продолжения этого искусства. И один раз мы приклеим камни в мраморе с клетом, камни никогда выходят, вот этот качество клета. А вот эти наши камни, которые мы всегда используем, и тоже использовали в Тадж-Мале. Вот этот лазурит, которого сынного света привозит из Чили на Южной Америке. У лазурита есть маленькие кристалли. Вот этот качество камена. Эти кристалли блестит как алмазы. А раньше этот камень мы привезли из Афганистана. Там есть мало лазурита, поэтому этот камень мы привозим из Чили на Южной Америке. Вам понравилась индийская культура, индийские люди? А вот этот парламутра, это ракушка. И этот камень светится на свету. Этот камень мы привозим из Индийского океана. Парламутра. А вот это тоже парламутра. А вот эти все натуральные камни, натуральные мраморные используют. Яшма. Из Джайсалмера, рядом с Джайпуром. Это недалеко, 270 километров отсюда. Черный оникс из Южной Индии. Вот это тоже ракушка, тоже из Индийского океана и тоже святиса на святом. Этот камень называет молодой парламутра. Это тоже ракушка. Слышишь, ну надо, смотри. Слышишь, видно слои прям, да? Да, потрясающе, молодой. Видно, она потом становится белая, а вначале пока образуется вот такая красавица. Называет сердолик. Сердолик. Да, этот камень святиса на депозитом. Возьмите и посмотрите со светом. Лилии были, да. Это которые светятся, они просвечиваются. Да. Супер, да, да. Да, ты сердолик. А, за долги никто не продал. Да, точно. Малахит партии. Это листик. Это листик. В нем мы использовали 4 кусочка камня. Есть красивая коллекция лазури, беруза, седалика и парламутра. Вот это самая трудная работа. В этой работе мы не используем машинами, все работы мы делаем руками.